Hi guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey, if you don't know about it. Today's video will be very kind and full positive emotion. And guys, before I want to ask you, please subscribe to my channel, subscribe to my Instagram. In my Instagram there is a lot of things for my Russian life, a lot of photo, a lot of video. And if you like what we do, you can support our channel. All information you can find in description. Friends, for the viewers who watch our channel for the first time, I will tell you a little backstory. We met Alexei by chance on the road. This guy was walking with Rabbit, and Rabbit he was caring for the birthday of his youngest daughter. Lyosha has 8 children, 8 guys, just think about it. And his family live very poor in an abandoned village. Walk they have a lot, and the children need to be brought to the school. I thought it will be cool to give this guy a car, because the car will solve a lot of problems in this family. And now, guys, you will see the reaction Alexei and residents who live in his village, because they accidentally see what's going on there. Немножечко глуповатый план, но зато веселый. Лёх, честно скажи, тебе не стыдно? Мне? Да. Нет. Да не бойтесь, мы вас еще не обманем. Лёха умотал. Друзья, мы сейчас выбираем варианты, какие подарить. Я буду исходить из того, что автомобиль для Лёши должен быть обязательно дешевый, потому что, вы сами понимаете, машины ломаются, и поэтому запчасти он просто может не потянуть на какую-то более дорогую модель. Поэтому я буду искать что-нибудь из наших русских машин. Очень даже в неплохом состоянии. Интересует машина. 185 тысяч, 7 год. Да. Целый автомобиль. Хозяин один. Хозяин один у нее? Хорошо, а цена какая на нее? 185. 185 тысяч, да? Да. А четверочек нету у вас? Мы в подарок просто человеку хотим найти. Да, четверки еще дороже стоят. Ну а есть у вас? Нету? Было две, мы прям ее момент. Четверки уходят. Это как, я не знаю, что сейчас стало, почему взбесились все четверками. Так, вот вроде бы тоже неплохой вариант. Но она вся гнилая. Давно мы с тобой не виделись, ребята. Была у меня такая машина, она, конечно, мне помогала, рабочий такой вариант. Я вам честно скажу, очень неприхотлива, если она хорошо сделана, если технически она в порядке, то она долгое время не будет приносить никакой головной боли. Сиденье в хорошем состоянии. Здесь вот тоже сзади все чистенько, аккуратненько. Приветствую. Слушай, хотел узнать вот по поводу вот этого аппарата. Мы сейчас будем дарить многодетной семье. Вот, и хотелось, знаешь, что-нибудь, ну, недорогое, вместительное, потому что люди живут, ну, действительно очень бедно. И на перспективу обслуживания надо что-то вот, вот из этого реально. Чтобы было экономично в дальнейшем ее обслуживать. Она, конечно, технически вся исправна и едет хорошо. Но как вместимость, да, она, конечно, превосходная. Да, она, конечно, очень вместительная в этом плане. Я сейчас приехал в магазин стройматериалов, где хочу купить еще для Лёши триммер. Потому что он до сих пор косит траву вручную. Кажется, триммеры есть у вас? Триммер? Да. Вот первый сезон. Да, триммер какой-нибудь советуйте, бензиновый нужен. Бензиновый по мощности будет самый такой непоходный. Вот этот, да? Да. Самый мощный, да, будет? Да. Давайте такой возьмем. Угу. Так, держите чек. Угу. Так, все, триммер погрузил. Теперь поедем еще купим микроволновку, потому что у них нет микроволновки. Детям разогревать по-быстрому в такой огромной семье, ну, незаменимая вещь. Ну и самое важное, друзья, ну, конечно же, мы будем дарить автомобиль сюрпризом. А почему я решил выбрать русскую машину? Потому что, первое, сейчас с запчастями творится черт знает что, вот честно вам скажу, вы знаете, я думаю, об этом. Как он их будет доставать в своей деревне, это вообще неизвестно. И к тому же у их семьи, ну, просто минимальный доход денежный, поэтому, ну, кроме русской машины, ничего рационального подарить мне в голову не пришло. Кто-нибудь, что будет служить долго, хорошо.
разогрев, можно шаг добавлять, то есть очень удобно, там добавили до 30, под 30 секунд шаг. Гарантия сколько там? Год. Год? Да, год. Все, спасибо большое. До свидания. Так, в общем, микроволновку загрузил, еду сейчас за машиной. И вот думаю, купили для жены подарок, для Лешиной, вроде бы. Но на самом деле не пойму, кому она действительно нужнее-то, Леша или его жене готовит-то Леха. Друзья, мы все-таки остановились вот на этой машине. Это четверка, но ребята из компании моего друга Автовита, они подобрали нам эту машину специально. На ней практически всю жизнь ездил один владелец, взрослый человек. Ему за 50. Она действительно в отличном состоянии. Мы ее загнали на сервис, посмотрели подвеску, заменили внутри все, что только можно заменить. Даже те детали, которые просто там были, мы просто поставили новые. Для того, чтобы эта машина ездила в дальнейшем и радовала Алексея. Но сейчас вот менеджер подойдет и нам поподробнее объяснит, что здесь менялось. Машина нам досталась в хорошем состоянии, несмотря на ее года. Вот здесь был один владелец. Вот достаточно взрослый пожилой мужчина. Ну, гаражное хранение у данного автомобиля. Вот, он за ней следил, поменял масло, фильтра, вот, тормозную жидкость. Машина еще хватит на долгие года, так скажем. Будет служить верой и правдой. Мы уже приехали в деревню, где живет многодетная семья Алексея. И уже подъехал наш товарищ, его зовут Андрей. Приехал он уже на машине. И, конечно же, мы просто так не отдадим машину. Мы хотим, чтобы ему запомнился этот день. Немножечко его разыграем по-доброму. Но опять же, по-доброму, никакого трэша. У нас сначала были мысли разыграть драку, что нас кто-то подрезал. Я потом понял, что это все-таки немножечко не та ситуация. Ну, я думаю, тоже получится достаточно интересно. Сейчас я пойду к Андрею и объясню ему наш план действий. Все, поехали за нами. Поехали, да? Немножечко глуповатый план, но зато веселый. Девочка нас заметила, маленькая, я не помню ее по имени. Уже что-то кричит. А вон, смотри, Леха. Саравы детей. Вам тут подарочки привезли. Держите, разбирайте. Сейчас. Держите. Это вам. Спасибо. Да пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Лех, мы тебе тоже сюрприз один подготовили. Держи, это тебе, иди посмотри. Это, знаешь... Это триммер. Да, это триммер. Теперь есть возможность не ручной косой работать. А триммером. Здравствуйте. У нас для вас тут тоже подарок есть. Спасибо. Пожалуйста, держите. Ну, я не знаю, она тяжелая. Да нет. Да. Тяжелая же, да? Нет? Нормально? Да. Донесете? Донесу. Теперь будете разогревать здесь и, ну, там, печь. Да все можно сделать. Спасибо. Не за что. Печь-духовка. Да. Называется. Печь-духовка, да. Леш, ты разбирай подарки. Надо еще будет до магазина с тобой съездить. Ага. Кое-что еще там мы возьмем аккуратно. Лех, чего купить еще в магазине детям? Да ничего, вы и так много купили. Спасибо и на этом. А насчет триммера давно мечтал. Да? Да. Ну теперь полегче будет косить? Как? Полегче будет. За день все буду скашивать. А так сколько у тебя получалось? А так 2-3 дня. В день получается 12 часов. Для дома? Давай сейчас выберем тоже для дома. Прям не стесняйся, говори, что нужно вот прямо сейчас. Для дома туалетная бумага нужна. Шампунь. Шампунь. Еще посмотри, что внимательно. Детям смотри, давай, может, карандаши какие-то там нужны? Карандашки. Карандаши дома есть, у детей их очень много, потому что я на 2 года вперед их закупил. Больше ничего. Ничего, да? Да. Дим, выбери карандаши с Лехом. Алло, сейчас я Лех. Алло, да. 16.
Картой тогда плачу. Хватит, да? Да. Предложи. Домой бегите. Лёх. Таня. Так, держи, это тебе. Таня, домой, я сказал. Слушай, а это этот? Не уходите. А кто машину тут поставил? Вот этот мужик? Нет. Нет. Куда-то ушел. Это другой мужик поставил. А как мы теперь отъедем? Чуть назад. Пока сразу не сработает кассовая. Да не бойтесь, молодцы, что не обманем. Нет, это не ваша машина стоит, не? Вот. Ты пешком пришел? Это не его? Нет. Нет, у него машины нет. А как же мы теперь выйдем-то? Чуть-чуть назад сдашь. Ой, Лех. И вперед. Тебе вот, Лех, честно скажи, тебе не стыдно? Нет. Да. Нет. Вот ты нас запер и не можешь отъехать. А это не. А? Если это моя была бы, она во дворе бы стояла. Это ж ты нас запер. Он стоял в двухэтажке. Это ты нас запер, Лев. Ты понял, о чем? Нет. А, я поняла. Это твоя машина, Лев. Я сейчас... Понял? Теперь понял. Леш, я первая на покататься. Прокачу. До дома довезу. Нет, сейчас я работаю. Позвони, когда освободишься. Лёх, потом, подожди, хватит. Остановись. Ты не ожидал, расскажи? Нет. Я думал, действительно чья-то эта машина. Но сюрприз у вас удался. Ты нас будешь выпускать или нет? Да. Ну давай, попробуй, садись. Я, честно скажу, специально поехал в магазин, потому что вы все купили детям абсолютно. Давай, пробуй. Видал? Защелкнулись? Да, конечно. Теперь фары включи. Лёха умотал. А вон идет Андрей, который исчез. Я выходил, просто у Андрея ключи забрал и потом передал Лёхе. Не знаешь, чья это машина? Это ваша теперь машина. Папина. Представляешь, что папа машина теперь будет? Так это его теперь. Подарили мы ему машину. Да, это папе подарили машину. Благодарю за большой подарок. Не за что. Ну как теперь, будешь теперь детишек катать? Теперь возить? Детей буду катать и возить, куда им надо будет. Да, я не думал, что это вообще на самом деле возможно такое. А дети не верят, что да это твоя эмоций машина? Вообще пока никаких нету. Голова задурмина. Голова не соображает, да? Нет. После такого подарка ничего не лезет в голову. Показывай, тут такой здоровый. А форма-то какая? Это как в этих, как их? Thank you guys for watching this video. Please subscribe to my channel. This is the biggest help from you guys. And if you want to support us, all information you can find in description. Thank you guys for watching. Be safe and see you in the next video. I forgot, please subscribe to my Instagram. There's a lot of things from my Russian life.